Ням-ням, Таня, Матаня. Я буду печь свой кулич в хлебопечи. Делаю первый раз, буду делиться впечатлениями. Итак, последовательно заливаем. Теплая вода. Главное, чтобы дрожжи не смешались с водой, поэтому вода первая. Соль, похавка, оливочное масло. Вот, я его уже предварительно размягчила. Вот, написано яйцо 100 грамм. Не знаю, как мерить граммами. Вот я вот так померила. Туда. Мешать боже. Написано изюм. Вот я купила вот такой. Надеюсь, что все получится. Потому что это несколько не совсем изюм, а какой-то там в глазури. То, что у меня мука. И сверху дрожжи, чтобы они не смешались с водой, а смешались уже с массой. Дрожжи. И всю эту красоту нужно положить в хлебопечь. Так, вот такой кулинар с первой попытки. У меня ничего не получилось. А потому что я не вставила в хлебопечку мешалки. Вот такие вот мешалки я не вставила. И у меня все получилось. Мука зажаренная в шоколаде. Все зажаренное. Все зажаренное. Вот это чудо, значит. Это вот яйцо запеклось. Это мука отдельно. Это вот шоколад с изюмостью. Да, нужно делать вторую попытку. Со второй попытки мой кулич удался на славу. Эх, Таня-Матаня, горе-кулинар.